Разве это не чудесно? В конце холодного, тяжелого трудового дня прийти домой, завернуться в мягкий плед, выпить горячий чай и прижаться к любимому человеку. Но среди нас есть те, кто и помыслить не смеет о том, что однажды у него появится свой дом, ему будет тепло, и у него будет тот самый любимый человек. У дворняжки Кати никогда не было хозяина. Все 4 года своей жизни она провела на улице, но они не сделали ее злой собакой. Катя спокойная, немного грустная дворняга. Все еще скучает по родному району, откуда ее забрали. Там за ней ухаживал весь двор, а среди детворы она была настоящей любимицей. Дети очень плакали, когда мы их забирали оттуда. Катюш, что, оставьте нашу Катю в покое, не забирайте ее. Кать, пойдем? Екатерина, ну, она, во-первых, добрая, она верная очень собака, она может охранять, она защищает, она постоянно... С ней идешь в магазин, например, она ждет тебя, заходишь в магазин, она сидит около магазина и никуда не отходит, пока ты не выйдешь. Людей она пропускает, как бы. Пункт, она тоже, как охранница, она очень хорошая, она, как бы, может охранять. Катя – идеальная сторожевая собака. После стольких лет на улице она не боится холода. Но вот чего ей не хватает, так это теплоты душевной. У Кати имеются все необходимые прививки, и она готова хоть сейчас обрести хозяина. А если готовы и вы, то телефон и адрес для вас на экране. Дворняги бесхитростны и бесконечно доверчивы. Стоит всего лишь однажды открыть им свое сердце, и они уже не оставят вас до конца своих дней. Правда, Катя? Котёк.